процессе регенерации, да, а мы с вами понимаем, что каков бы ни был хороший уход, качественное питание, отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни и так далее, с возрастом, биологический возраст никто не отменял. Индукция коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты медленнее, меньше, 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 меньше. И тонус, тургор, эластичность, вода, к сожалению. И поддерживающая терапия, когда пациенты говорят, а что я буду иметь от ваших пилингов, от вашей мезотерапии, от биоревитализации? Ну, собственно, вы будете ухудшаться, как и ухудшались, но будете ухудшаться медленнее. Да, это объективная реальность, это правда. Как, знаете, очень сложно контурно продать легко. Я всегда говорю на семинаре, не было губ, есть губы, были морщины, нет морщин. Ботулотоксин расслабили. Если ты не один на 100, который не чувствителен, все в порядке, через 2 недели все хорошо, не двигается. А объяснить, для чего нужна поддерживающая терапия, а это как раз мезо, био, пилинги, нидлинг, нуклеотиды и так далее. Это еда и вода, да, это уход, это то, что позволяет клеткам оставаться активными и вырабатывать еще коллаген, эластин, гиалуронку и так далее.